Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Краснодарском крае продолжает накаляться. 176 случаев коронавируса выявили за сутки в регионе. Среди заболевших 114 женщин и 62 мужчины, в том числе 8 детей. Самому младшему пациенту 5 месяцев, а старшему 89 лет. По 3 положительных результата в Славянском и Красноармейском районах. В Крымском 6 заразившихся. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения превысил цифру 909. В последнее время растет число заболевших. По итогам заседания Краевого оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение сделать въезд туристов на курорты региона максимально безопасным. Нужно защитить отдыхающих и местных жителей. Это решение полностью поддерживается в нашем муниципалитете. Уважаемые жители и гости Славянского района, по итогам заседания Краевого штаба по противодействию коронавирусу губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев принял решение сделать въезд туристов на Кубань максимально безопасным, прежде всего для жителей региона. Очень многие жители, в том числе и славянцы, не раз поднимали вопрос о необходимости создания безопасных условий в период курортного сезона, как для кубанцев, так и для гостей нашего края. Сейчас в крае, в Славянском районе, мы видим рост числа заболевших COVID-19, рост количества госпитализаций. И принято губернатором решение, очень важное в сложившейся ситуации. Оно направлено на защиту здоровья людей и сохранение экономики региона. По поручению губернатора с 1 июля при заезде в санатории и гостиницы Краснодарского края все туристы должны будут в обязательном порядке предъявить отрицательные ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации. А с 1 августа заселение отдыхающих станет возможным только с сертификатами вакцинации или с медотводами по показаниям врачей. Дорогие земляки, мы с вами видим, что ежедневно, учитывая летний период, в наш город и сельские поселения приезжают гости из других регионов. Друзья, родственники, знакомые. Многие едут на отдых на Азовское побережье в Славянском районе. В таких условиях очень важно не допустить нового всплеска заболеваемости, сохранить жизнь и здоровье людей. И поэтому мы всецело поддерживаем решение губернатора Кубани. Уважаемые славянцы, берегите себя и своих близких. Соблюдайте все необходимые требования и обязательно вакцинируйтесь. Это главная мера безопасности и самый верный путь к сохранению вашего здоровья.